Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзор на Фобуса, это новый герой. Я показал вам его в атаке, показал с разными чарами. Сейчас я хочу сделать чисто дефный вариант, то есть полный деф. Единственное, что нам не хватает, это нормальных созвездий. Ну, я думаю, мы с этим скоро справимся. Когда-то, непонятно когда. Так. И что мы забрали? Не понял. Не понял. Не понял. А, вот. Я же думаю, мы там можем кому-то что-то докачать, подкачать. Так, отлично. Седьмые чарки. Неплохая вещь. Почему бы и нет? Заходишь в героя. Заходите вот сюда и смотрите, что дает вам седьмая. Плюс 55 и 180 от хила. Не 100, а 180%. Это просто аут. Ну, я не знаю, они это решили сделать. Короче, непонятно, что это такое. Ладно, поехали. Меньше слов. Так, ставим сюда ангела. Чтобы он дополнительно давал деф, чтобы у нас он действительно был максимально фуловый деф. Сейчас еще посмотрю, что у меня по каменкам тут есть. Так, а с рвением что? Может, 9 рвение сделать? 509 есть. Можно и рвение сделать. Но каменка все-таки дает больше. Нам интересно посмотреть уже максимальный деф какой будет. Сделаю девяточку. Так, вот так вот. 70% отсюда, 40% отсюда, плюс отражалка у него 50%, плюс здесь у нас 60%, в общем. И плюс еще дополнительно у нас ангел дает 80%. Максимально дефный герой. То есть он максимальной сборки на деф. Поехали в рейд. Сейчас попробуем кого-то законтачить. Если получится. Ну, как видите, атаки у него не так уж и много уже. Я вам показывал атакующий вариант. Но этого вполне хватает, чтобы ворожея обезвредить. Не дать ему зарядиться. Вообще отлично. Сколько у нас там Фрея бьет? Но Фрея не пробивает. Вот такие вот сборки мне нравятся больше всего. Потому что герой у вас будет более-менее универсальным. То есть он не сольется, как предыдущий наш вариант. К сожалению, нету на него скина. Был бы скин, я бы скина показал разницу, но этот вариант получше будет. Так, ну тут, наверное, нас 30-е должны разобрать. Вуаля, ребят! Как вам? 90-99. Ну так это ж не сразу слили героя. Причем космо 30-й. 30-го уровня космо. Вот посмотрите, что он делает. Он просто не дает им тупо заряжаться. И 500к всекает, в принципе, этого тоже хватает. Единственное, там недомогание, скорее всего, у противников. Еще вариант есть чару, конечно, другую поставить. Да, видите, вот недомогание. А, это у нас Фрея тут еще дамажит. Нифига себе. Ну, вполне очень даже ничего, я вам скажу так. Этот вариант намного и в разы лучше. Это то же самое, что для ворожея сборка. Какая же сборка для этого? Так, тут опять Фрея. Ну, давайте попробуем через ворожея забежать. Да, пробовали через ворожея, походу. Пойдем через овника. У этого зефирку, скорее всего. О, нормально, нормально, подошел. Самое главное, зефир не зацепить. Посмотрим. Ну, от хила, понятно, маловато. Режут от хил ему, но держится он довольно-таки достойно. То есть это не тот слив, которого вы видели. А, вот включился
Зефир, и он, конечно же, его ушатал. Ну, тут против 30-х в такой сборке, конечно. Сейчас мы на других локациях это протестим. Все, поехали на аренку. Сейчас я добавлю попытки. Вот против этого мы, по-моему, тоже воевали. Или нет? Или... А, это, по-моему, на нем мы на отражалке слились, если я не ошибаюсь. Ну, они там реально его фигню пробивают. Фрея даже его не дамажит толком. Хотя она в прошлый раз пробивала очень даже ничего. В принципе, он со своей отражалкой Фрею разбирает на раз-два. Интересно будет его потестить уже на английском сервере, когда тест против других героев, посмотреть разные сборки. Я там соберу тоже, думаю, дефную сборку специально. Посмотреть, как будет Фрея дамажить. Ну а так, в принципе, очень даже ничего. Самое основное то, что он блокирует, забирает энергию. Думаю, в пачках он будет нереально крутой, особенно на лабиринте. Вот, кстати, там на английском сервере сегодня есть лабиринт. Думаю, может побегать лабиринт. Посмотреть, как он будет в лабиринте. Реально он должен тащить там. Так, а ну-ка попробуем против этого. Ой, не на того напал, наверное. Это что-то не наш вариант. Видите, ему однозначно на PvP локации надо ремка. Ремка там, ладушка, чтобы он включался. Потому что он в такой сборке не ахти. То есть ему не хватает именно этого залпа. Включиться сразу же, задамажить хорошо. Так, а ну-ка попробуем против Хрона. Блин, ну опять слабенькие противники. Ну посмотрите, они не имеют набора вообще. То есть это кайф, когда он все время бьет, дамажит. Единственное, что атаки такой уже, конечно, нет, как там. Тут 120 тысяч бьет, там по 800 бил на той сборке. А тут, кстати, вот интересные противники. Сейчас попробуем, наверное, через низ забежать. Очку поставим наверх. Пусть центр будет. Так, смотрим на тыковку. Заморозили его. Так, вот он дал молчанку тыкве. Тыква вообще вылетела. Космос. В общем, ребята, бочка тащит. Блин, ну неплохо у них обездвиживает. И держится. Посмотрите, сколько дамага. Заморозка, Афина, Лазуля. И вполне очень даже ничего. Единственное, она сейчас разобьет, он бы их, в принципе, слил. Ну, 30-й прорыв, конечно, но все равно. О, кстати, Фрея, отлично. Так, о, тут есть и Космо. Так, есть попытка, есть, отлично. И оккультист, и посмотрите на входящий урон. Вот это оно. Вот это то, что надо от этого героя. Смотрите, оккультист, Космо, Фрея, Махатма, Лазуля. И именно в такой сборке он нормально держится. А
Ай-яй-яй, немножко, видите, попал. Парализовали его. Ну все, тут сейчас быстрее добьют камень. Но они его не пробивают, вот это самое основное. Жалко, нету 30-х. Их-то топов здесь нету, надо подниматься все выше и выше. Давайте еще попробуем вот этого. По всей карте. Конечно, с таким вариантом у него мало отражалки. Это да. Но зато у него деф просто обалденный. Ну, как и у оккультиста, по сути. Просто он себя не хилит, зато он офигенно забирает энергию. Ну, опять же, недомогание все портит. Так, окей. Поехали сюда. К сожалению, у меня противников вот какой-то с космо есть. Нету, я надеюсь, на английском сервере нам повезет, и мы там нормально с вами потрешуем. Я соберу там именно такой вариант, потому что как по мне такой вариант самый топовый будет для этого героя. И понападаю сам на себя, еще попробую. Отлично, есть Фрейя какая-то топовая. Поехали. Так, Лазуля, Фрейя. Вы видите, они включились быстрее. То есть где-то... А, ну конечно они включились. У нас же нету... Посмотрите, что он с ними творит. Вот это называется топовый дефный герой. Вот почему он будет тащить, он просто не дает заряжаться даже тому же самому Лазуле. Вот он включился, он просто ремочный, походу ожила. Девятая плюс ремка, ну это не спасло. Мы не включились сначала, мы их не обезвредили, но деф у нас, конечно, на высоте. Блин, здесь вторая пачка с огником. Сейчас мы ему проиграем, еще раз на него нападем. Интересно посмотреть против огня, что он сможет делать. Посмотрите, сразу же троих заблокировал. Обалдеть. Вот это кайф. Вот такая вот сборка, как по мне, она реально очень кайфовая будет. Для этого героя, для PvP локации, немножко ему отхила. И он реально будет просто тупо блокировать вражеские герои. Ну понятно, его сейчас здесь зашатают все-таки против него. Ну смотрите, он огника ушатал. Офигеть, остался там кто там, землеройка и некрос просто. То есть основную задачу он свою, блин, реально выполняет на все 100%. Плюс еще к нему землеройку, и это реально будет Тима просто тупо шатать. Ну все, противников нет. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этой сборки. Еще у меня есть для вас одна сборочка. Посмотрите как. Ну он не проседает так, как раньше. Единственное, ему надо дефа побольше. Не дефа, а отхила. Самое главное, что он не дает заряжаться другим героям. Тому же самому Космо. Мисует, видите, надо точности. Не хватает точности, чтобы попадал, надо побольше. Ну вот, забрал энергию и все. Вообще просто песня. И Свален его убить не может в такой сборке. Он его не пробивает. Ну понятно, они друг друга не будут пробивать.
В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.